Так, давай. Оля, скажи что-нибудь. Чиз. Нет, ну не чиз, скажи, что-нибудь скажи. Блин, тихо, не отвлекай меня, Саша. Скажи, какого хера ты приехала сюда? Пиздец, сама не знаю. Вот я сама не знаю, но тянет же, блядь, как магнитом. Тянет к вам, к волосатым. К волосатым козлам. Понаехали. Понаехали тут ко мне в Крым. Так, ну я, короче, последний флэш горный Эмхеймен? Нет. Отказать. Слышишь, что-то вот так. О, пошла, помещается. Они в конце сыграли кавер на Пантеру. Вот это было просто... Что-то не так. Чувак, скажи, блин, что ты сюда приехал вообще? Эх, вот смотрел я, смотрел на МХМ форум, писал я, писал, и подумал, такие классные люди, надо их увидеть вживую. И вот приехал сюда, вижу людей вживую, вот всех вот этих вот людей, и понимаю, блядь, вот это круто на самом деле. Вот, действительно круто. Вот, я просто родные, практически. Хотя все в основном видят меня первый раз. Перегорит за 5 минут. Еще раз посередине. Папарацци снимаю. Скажи что-нибудь. Что-нибудь. Что тебе еще сказать? Колешь наколки или что? Наколю наколки, да, обращайтесь, если что. Всем наколю. Там купола, что надо. Это типа ты компромат снимаешь, ты хочешь сказать, что ты сказал да, а потом скажешь, ага, ты меня наколол, не наколол татуху, да? Наколю, конечно, всем наколю. Скажи, пожалуйста, вот какого фига ты сюда приехала, блин? Да просто так. Блин, заперлась на этот мангу, блин, на 600 метров. Делать нечего было, блин, решила, что надо, короче, что-то изменить в этой жизни. Решила, что надо залезть на мангу и набухаться хорошенько. Спасибо. Про диаспору Донбасса в Крыму. Да что можно сказать? Я могу сказать, что я попал в Крым и живу здесь пятый год лишь благодаря МХМ, кстати. Zero Hero. Нет, правда, да, я как-то ехал просто на МХМ и думал, где постановиться, у меня были лишние сутки. И я знал про обсерваторию, я туда заехал, с пацанами, с местными забухал. И, короче, они меня потом позвали через 3 года на работу. И 5-й год, это ты, сука, МХМ, блядь, виноват, что я торчу в этой дыре, блядь, в тех ворах. Ну там пизда, там воздух классный. Ребята, спасибо, МХМ. Да, ребята, скажите, это была правдивая история. Скажите, пожалуйста, ну, это моя в данный момент, в данный момент, вот, какого фига вы сюда приехали вообще? Мы сюда приехали? Да. Какого хуя вы вообще, блядь, тут делаете? Потому что здесь наш МХМ. Наш МХМ. Он вне времени, это не в августе. Он не в августе, он вне времени. Всегда. Он всегда, ребята, он везде. Ну, мы на самом деле скучаем по МХМу, пошел нахуй. Вот. Не пойду. И нам хочется собираться немного чаще, чем один раз в году. Нам этого мало. МХМ это самоорганизация. Это не то, что демократия, это круче. Это самоорганизация, где каждый человек ответственен за себя и за всех остальных. Это круто. Поэтому собраться, например, на МХМ, это часть МХМ души вообще, вашу мать. Да. Вот. Поэтому мы здесь. И все, и я отрываюсь от процесса, кончай снимать, оператор, блин. Опаля, мопаля, мы из Симферополя. Yeah.
Скажи, пожалуйста, блин, что ты тут делаешь вообще? МХМ. Фарумиюсь, сестра, иди сюда, отмазывайся за меня. Мы фарумимся. Бьем жареные шашлыки. Вернее, предложение. Нам тоскливо сидеть, есть в Киеве. Через всю Украину, блин, поднималась на 600 метров над уровнем моря. Ого, мы 600 метров. Ради того, чтобы просто пофарумиться, блин. Конечно. Да, потому что для меня эти, блядь, люди, вот эти, это дохуя. Потому что она меня любит, а я ее тоже очень. Я тут всех. А вы что, лесбиянка, что ли? Нет, она моя сестра. Вот я лесбийского парня не будет на камеру. Вот я вообще не знаю, что я без нее 4 года делала. Ты с какого года? Подожди, ты с 6-го. Не, я с 6-го, я тебя знаю. Я с 4-го. А мы с 8-го знакомы. Ты представляешь, как это бывает? А в 8-м году мы обрели друг друга, как сестры. Все, блядь, МХМ. А когда вы вообще первый раз попали на МХМ? Я в 2004-м. Ну, я из Евпатории, поэтому рядом было. Я понимаю. Только не вставляй меня в МХМ видео, я некрасивая, с косичками. Все, наезд. И упала к бортам в палатку. Так получилось, когда МХМ еще был 2 дня, по-моему, да, и хедлайнером были. Кто? Я не помню. Панджин Стэнд. Да нет, тогда бы... В 4-м году. А в 5-м на Полндес. Организатор. В 5-м уже был... Да что вы говорите? В 5-м 3 дня уже был, да. Как это давно было? Все, мы не работаем. Да, он засветит. Что ты тут делаешь вообще? Честно, сам не знаю. Сказали, крутые перцы едут отдыхать в Крым. А я в Крыму был всего один раз. Решил побывать второй. Тем более, чуваки из МХМа, на котором я ни разу не был. А чё ж так? Работа. Это лето, самый цинус сезона. А у меня такая работа. Я татуировщик художник. Нет, я с Донецка. Сам. С Донецкой области. Живу в Киеве. Я татуировщик. А работа такая, что приходится работать летом. А летом МХМ, поэтому я на МХМ, блядь, не попадаю. Это плохо. Поэтому я решил попасть в Крым весной. Шо? Шо? И ты шо, блядь? А я Валера. Я Вован, играю на бас-гитаре. А я Валера. Лобаю и там могу семью вокалами ебашить, нехуй делать. А при том, что то хуйня, что то хуйня, и вообще хуйня. А вообще, короче, пейте 60% раствор, блядь, дигидрогена монооксида. А ну задери, покажи ему печать. Но печать, вот видишь, вот видишь, вот печать, вот видал? Печать, вот тут, татуха, блядь, вообще здесь на все пузо. Чуваки, так вы играете вообще в какой группе, бля? Вообще? Мы хуярим Астра Грандкор. Группа как называется? Садомена Альфа Центавра, бля. Нихера себе. Да, мы, короче, мы ж Астра. Вы только что придумали? Не, когда... Не, ну, давно. Не, ну в масштабах вселенных это мы только что придумали. Конечно, по-любому. В масштабах вселенной. Вот буквально даже еще это, не придумали. Это даже не группа, это так называемая эйфория после принятия спиртных напитков в эквиваленте C2H5OH, а вот винил, слышишь, фенил кеты, и кеты, доминил. Кеты. А короче, ты доминируй по инерционным. Ты там написано адская фанерошка. Ты понимаешь, что...